Глава региона Андрей Никитин сегодня в режиме видеоконференции пообщался с главными врачами всех новгородских больниц. Тема та же – сдерживание распространения коронавируса и меры, которые для этого принимаются. Первый пункт повестки – отчет о поступлении новой техники. На сегодняшний день в различные лечебные учреждения доставлены десятки пульсоксиметров и инфузоматов. Уже оплачена кислородная станция для инфекционной больницы. В этом вопросе помогает и партия «Единая Россия» и предприниматели. Например, БКО закупил 246 тысяч масок, 600 костюмов и 1500 пар защитных перчаток. Все это отправлено в Боровическую ЦРБ для дальнейшего распределения по районным больницам. Коснулись и выплат медперсоналу. Особый акцент губернатор Андрей Никитин сделал на мерах, которые регион принял в дополнение к указу президента. Прежде всего, мы с вами понимаем, что в базовое решение правительства не вошел иной персонал. Поэтому там будет региональная доплата 10 тысяч рублей. Младшему персоналу доплата будет от 5 до 25 тысяч рублей в зависимости от условий труда. Рассматривает областное правительство и возможность организации дополнительных выплат для стажеров и практикантов.